разговор про полиса. Семьи после зимовки. Про полис собираю, чтобы сделать в дальнейшем мед с прополисом, настойку прополиса. Прополис отдираем и на рамках ложим прополис. Именно прополис собираем, воск собираем. И плюс дополнительно потом еще очистку провожу, чтобы отделить. Вот это чистый прополис. Руки даже все в прополисе. Сегодня работал, пачку проходил. Вот это он мнется такой. Прополис — это смола с деревьев, которые пчелы принесли себе в улей. И обязательно просмотр весенний состояния пчелощебей посмотреть. Все хорошо было после зимы. То есть эта семья еще в этом году, в 24-м, не смотрелась. Сегодня у нас 9 апреля, и первый раз еще только к этой семье подхожу. Это был отводок, сделанный в июле месяце. Вот пчелки, порода Buckfast, желтенькие. Так, кормовая. Вот тут уже кормовая мед и плюс пыльца, принесенная свежая этого года. В зиму было 2-4, 7 рамок в зиму уходило. Так. Вот рамка с расплодом. Печатный расплод и тут открытый расплод. С этой стороны тоже печатный, это открытый. А это уже новый перенос. Нектар. Вот он, виденький, прозрачный. Ароматный какой. Скорее всего, верба, ива. Сейчас первые медоносы цветут. О, тоже хорошо расплод печатного. В этом году весна ранняя. Вон, видите, на видео, если видно, как капает перенос. Взятый, значит, хороший. Уже печатный и открытый выходил. Вот уходит пчелка. Вот она. Вот. Сейчас покажу поближе. Вот она, выползает. Вот они выползают, пчелки. Рождение новой пчелы. Такая она еще в пушку. Вот еще одна. Голова еще только пробирается. Загрызает она ячейку, эту крышечку. Тем самым питается. Так, ну, семья довольно хорошая. Ну и погода опять же благоприятная в этом году. Весна очень хорошая, ранняя. Поэтому сила семьи видно, что хорошая. Двадцатым числом апреля она вообще выстрелит. Можно будет ващеньку подставлять будет. Крайнее было кормовая. Уже матка ее зачевает. И вот скажу. Это пыльца. Тоже свежая этого года. Приносит пчелы, головой трамбует ее. Видите, разноцветные. И светлое, и желтое, и темно-желтое. И тут яйцо. На видео, наверное, не будет видно. В ячейках. Яйца. А, видно даже. В ячейках. Матка отложила уже яйца, из которых в дальнейшем будут рождаться пчелы.
первый просмотр завершен. Наиграем все аккуратно. Как и было, рефлеранты ставим. Пленку наверх, дно закрыто обязательно весной. И пленка, чтобы максимально удержать тепло. Следующая будет работа, это уже расширение пчелосемьи. Вот покажу прополиса, сколько собрал сегодня. Вот. 20-литровое ведро, вот в ведре столько. Это еще переберется, отфильтруется, вон пчелка ползает, даже не одна, выбросить их. Вот такой вот обзор, первый обзор в 2024 году пчелосемьи.